Приветствую всех своих подписчиков, а также случайных зрителей. Сегодня у нас на разборе проект. Проект у нас называется Эфир Биокон. Он стремится именно стать мировым компьютером для следующего поколения децентрализованных приложений. То есть для этого они создают такую масштабный блокчейн, который представляет собой целый ряд передовых решений, да, включает сегментирование, протокол консенсуса POS на основе валидатора и также улучшение виртуальной машины, вообще всей сборки Биокон. Проект решил проблему именно с пропускной способностью, да, сети Ethereum без ущерба для безопасности этой данной системы. В то же время он будет именно продвигать идеалы распределенной демократии через свою схему Proof of Stake, которая именно выравнивает возможности всех валидаторов транзакций, именно от отдельных пользователей GPU до крупных операций по добыче, и майнингу, да. Это и многое другие решения именно сделают их конечным программируемыми деньгами, то есть их токен, да, которые изначально были разработаны на эфире. То есть Ethereum Биокон поднимает пропускную способность сети именно на новый уровень с внедрением в реляционной системы и также проверки транзакций. То есть центральная цепочка POS, да, валидаторов, и чтобы стать именно этим валидатором, пользователю необходимо будет внести залог, который минимизирует риск, да, оскорбительного поведения. Также ключевая вообще цепочка будет обрабатывать свой именно собственный блочный консенсус, и также перекрестные ссылки наоборот подтверждают именно валидатор, то есть который позволяет вставлять сегмент осколка именно в ключевую цепочку. Короче говоря, это будет такой фундамент, да, на котором построена именно система этих самых осколков. То есть сочетание внутреннего, да, и кросс-сегментного консенсуса, независимой валидации именно в каждом сегменте и системе депозитов, да, он как бы создаст быструю, эффективную и, самое главное, безопасную сетевую среду, которая может легко масштабироваться и вмещать именно DApps всех типов, вообще любых типов. И это очень круто. То есть валидаторы получат именно стабильную, да, отдачу, то есть от инвестиций своих, да, которые они вносят, и все именно весь майнинг, он как бы переход на POS позволит решить именно проблему, да, энергетических отходов и добиться именно реальной децентрализации, то есть свободной от гигамагогии майнинговых ферм. Это будет реальная децентрализация, а не какая-то вымышленная. Также все держатели эфириума имеют право именно на бесплатные монеты NIB, да, в соотношении 1:1, то есть за один эфир вам дадут одну монету. Если вы, допустим, держите 10 эфиров в личном кошельке, то вы автоматически получите 10 монет EB. Произойдет это именно после 8 августа, то есть вам нужно держать, будет сделан снимок после 8, и вы получите, соответственно, свои монеты. Вот такой вот у нас проект, очень интересный, они решают именно серьезные проблемы. В описании к видео вы найдете ссылочки на их сайт, на их соцсети. Заходите, изучайте, я думаю, что вам понравится. Ну, получается, что от вас ничего не требуется, если вы храните эфир, то просто храните его на своем кошельке, и вы получите халявных монет, токенов. Ну вот и все. На этом я завершаю свой обзор. Всем спасибо за внимание. Не забывайте подписаться на мой канал и ставить лайки. Всем пока.